1926 год, мястечко Раков Прибанской Польши. У центры площа, на площади костёл. По площади иде наставник Рагойша. Ён апрануты по апошней моде. На им галифе, камизелька ды гальштук. На им окуляры ды новые боты. Новые боты, новые работы. Сам ён тутэйший, вернулся недавно. Вучился на физика у Роттердаме. Ну ёсць такі город недзе ў Европе. Олег, это здрасте, не вельмі істотна. Тык вось, пра Рагойшу у школе працуе. А дома чытае и нешта майструе. Например, наставил на даху антенну, зрабіў за земляне, аплёў дротом стены и прыстасок поставил у хаті. Даруйте по нове, завецца адаптер. Еще есть динамик и ручка настройки. А у школе поставил мне тройку, але не покрыўдзюся я на Рагойшу. Я в школе не лепший, але не горший. Зато я Рагойшу сказал по секрету, наво что наставил антенну гэту. Маўляў, я на лбовец не бачные хвали, какие бы быццам у часе блукали. Ці будуць яшчэ я на часе блукаць. Ай, даруйте по нове, мне тяжко казать. Я, кажучи щиро, не все разумею, але кажу прав, кажу, як умею. Докладней, кажу, як тлумачу Рагойша, а ён можа сплытаў, альбо перабольшу, але присягаю у ночи аднойчы, на власные вуши, на власные вочы. Я бачу и чу, як в Рагойшевой хате святился и грав, то даруйте. Адапчер! И слухав Рагойша вар'яцкие гуки, пекельные енки, почварные хрути, як быцам бы дьявол пилик у нас крыцы. И мне загортело побегчу в полицию, але не побег я, стоял скаменевший, зледнелый. Не быть до 20 дня я уже! И вот сочиняются двери у хати, и кажа Рагойша. Заходьте, сядайте. Захожем, скажу, вечер добрый у хаты. Год 1975. Кажа он мне, иди в Карагойша. И я отразумел, вар'яцей Рагойша, шалей Рагойша. И я отшуваю, як бьет в голову мою музыка тая. И я помеж воли раблюсь вар'ятом от музыки граной у 75-й. Я стратил притомность от року ды панку. С больной головой очунял только ранком. И более николи в житті до Рагойшы я не пойду. Лепш нап'юся у мойшы, у простой, звычайной корчме местачковой. Горелки прозвистой, горелки житневой.